Всем привет, друзья! С вами Иван Кожи, и сегодня у нас будет обзор посылки. Приехала мне еще одна посылочка из Москвы. Спасибо за нее моей сестричке Лена. Респект и уважуха за вот этот босяцкий подгон. В общем, пришла еще целая куча чипсов. Вы видите, их просто немереное количество. Что-то пришло из того, что просили мои подписчики. Вот, то, чего у нас нету, вот что-то я сам раздобыл. Ну и, к сожалению, сестра моя не ориентируется так в чипсах. В общем, помимо того списка, который я ей написал, вот все, что смогла найти, она купила. Вот, ну и еще обычных вкусов, которые у нас они продаются, которые я уже обозревал. Вот она в нагрузку мне тоже добавила. То есть получилось реально очень много чипсов, целых два пакованы таких, две сумки. Вот, ну и давайте, в принципе, начнем смотреть, что же приехало. Сразу хотелось бы показать вот такую вот новинку. Это чипсы Lay's Stacks. Новая серия, к сожалению, в Украине у нас они еще не продаются. Вот, 4 вкуса. Как вы видите, Lay's Stacks с солью, Lay's Stacks со вкусом краба, и есть, ребятки, еще сметана и лук, и зеленый лук. Это, наверное, лучшее будет, зеленый лук для меня. Вот 4 новых вкуса, то есть такой закос под Принглс, ребятки. Кстати, приехали мне Принглс, 2 пачечки. Вот, ну, в принципе, вы видите, внешний вид очень похожи упаковочки. Единственное, что Принглс их на порядок больше. Стакс я не вижу сейчас. Не знаю, точнее, сколько здесь грамм. Ну, в общем, не буду вчитываться, на обзоре с этим всем делом разберемся. В общем, в тубах появились лейсы в России, и это прикольно. У нас, к сожалению, их нету, но, думаю, со временем появится. Я знал, что такие существуют, заходил на лейс американский сайт, в частности, там вот лейс в тубах уже давно есть. Но, правда, тут они как бы очень похожи на тубу такую же, как у Принглс, только меньшего размера. В Америке в тубах чипсы, там туба немножко другой формы и с другой открывашкой, да, другой крышкой, что ли. То есть не так сильно косят под Принглс. Вот приехало 2 баночки чипсов Принглс с крабом и со вкусом сыра. Вот, ну и дальше, ребятки, я не помню кто, но на обзорах укажу обязательно. Вот кто-то из подписчиков просил, чтобы я сделал обзор на вот такие чипсы, называются они московский картофель. Вот, с 1963 года даже указана дата, я не знаю, то есть основание этой конторы, что ли, наверное, чипсы вот уже полвека бодяжат. Вот, честно, ни разу не видел, не пробовал различные вкусы. Вот, в частности, я держу вкус раки к пиву. Дальше приехал лук и сметана привычный. Вот, дальше баварские колбаски с горчицей. Вот, прикольно. Даже такой футбольный мяч. Вот, это, возможно, серия. Вкус сезона. Вот так вот. Ну, баварские сосиски, классная тема. У Лейса есть этот вкус, да. То есть хрустим, сухарики тоже. Вот, в принципе, классная тема. Московский картофель со вкусом сыра. Вот, реально очень много вкусов. А, ну, это, опять же, баварские колбаски. Почему-то два вкуса одинаковых. Йодированная соль. Ну, блин, честно, не люблю просто соленые. Вот. И йодированная соль, это просто соль. В принципе, не это. И вот томаты с травами. Московский картофель. Томаты с травами. Но я так понимаю, что это будет какой-то такой закос под томат спайси. Вот. Ну, здесь решили его по-другому назвать. Приехало 2 пачки вот таких неизвестных мне доселе чипсов. Я их не заказывал. Сестричка их просто, наверное, купила, чтобы я попробовал. Называется Smart. Чипсы Smart, ребятки. Ну, не знаю, закос под автомобиль, то есть как-то значок похожий, по-моему. Вот чипсы картофельные со вкусом грибов. Грибы — это, конечно, жесть. Мне однозначно не понравится. То есть сметана с грибами еще может быть как-то что-то, да, то есть там как-то напоминает сметану и зелень. Вот, грибы меньше слышно. А вот чисто грибы — это, наверное, будет ядовитый вкус. Вот, и еще 2 пачка тоже чипсы Smart. Это вкус красной икры. К сожалению, вот как-то вот Smart 2 не самых лучших вкуса приехало. Дальше, ребятки, что приехало к нам в гости, это Estrella.
То есть чипсы и стрелы в Украине не продаются, они у нас продаются, точнее, под другим брендом. Это чипсы люкс. То есть делает одна и та же контора, в России это Эстрелла, у нас это люкс, вот, звездочка, это все дела. И в принципе, ребятки, что я хочу сказать, что вот местами упаковка даже очень-очень вот похожа. То есть даже не заморачиваются дизайном. То есть вот буквально острая серия, Эстрелла Хот они называются. Вкус дикой горчицы и вкус дерзкий хрен. Вот. Такая черная упаковочка. И вот если вы не особо ленивы, вы можете найти на моем канале обзор вот, чипсов люкс дикая горчица и чипсов люкс хрен. И вы посмотрите, что упаковочка точно такая же, только сменили название. Вот. Но единственное, что вот это у меня в руках упаковка каких-то меньших грамм, я не знаю. То есть маленькая какая-то упаковочка, но по-моему таких квадратиков нету. Ну, заценим, попробуем. Вот их, кстати, приехало по две штуки. Горчицы и хрен. Итак, дальше у нас еще есть Эстрелла сметана и лук. Такие чипсы я уже обозревал. Вот когда был в Беларуси, покупал сметану и лук Эстрелла. Есть такой у меня видосик. Вот это уже мы не пробовали. Чипсы Эстрелла. Изысканный лосось в сливках. Так вот изысканно это все дело звучит. Ну, попробуем. Все равно мне, думаю, рыба не понравится. И тут вот, ребятки, Эстрелла опять грибы преследуют меня просто вот в этой посылочке. Очень интересное такое название. Жареные лисички в сметане. То есть у всех грибы, грибы в сметане, сметана и грибы. А вот у Эстреллы жареные лисички в сметане. Вот так вот. Зато не как у всех. И честно, мне кажется, очень сложно разобрать, да, вот какие же, конкретно каких грибов вкус в чипсах производитель замаскировал. Так, дальше, ребятки, Эстрелла, душистый укроп. Я, честно, с укропом что-то, вот в Беларуси я что-то снимал, или люкс, ой, или лейс, или вот Эстрелла была тоже что-то с укропом связанное. А, картопля с укропом, по-моему, была. Нет, наверное, вот такие я не пробовал. Ну, посмотрим. Душистый укроп, в принципе, может быть и вкусно. Вот. И последняя пачка Эстрелла, если не ошибаюсь. Вот, самая большая. Нежный сыр и сметана. Вот такая вот смесь, да, то есть тоже по-своему, возможно, интересный вкус должен быть, потому что обычно есть сыр, вот, и сметана там с зеленью, сметана с прочими там вещами. Вот тут же сыр и сметана. Вот так вот. Два молочных продукта. И получился такой вкус. Ну и дальше, ребятки, у нас остались только чипсы Лейс. Вот. Из того, что я не снимал. Вот. Приехала вот такая вот пачка сметана и лук. Вот этого вкуса у нас не продается. То есть у нас есть обычная сметана и зелень. Есть обычный зеленый лук. Вот. Но вот сметана и лук у нас не продается. Поэтому я этот вкус заказал. Также я заказывал лечо по-домашнему, да, и итальянское лазанья. Но, к сожалению, сестричка обрыскала все магазины. Ну, не все, понятное дело, в Москве все магазины обрыскать невозможно. Вот, ну, искала, к сожалению, не нашла. Вот, возможно, их уже не продают. Вот, ну, возможно, просто вот так вот не судьба мне их попробовать. Хотя многие писали, что вот лечо по-домашнему и итальянское лазанья. Прикольные вкусы. Сними, сделай обзор. К сожалению, увы. Ну и вот приехали обычные чипсы, которые мы уже обозревали. Зеленый лук, сметана и зелень, с солью. Вот. И некоторым, кстати, я уже знаю применение. Вот с крабом я вижу, что вот новогодняя упаковочка идет. Вот. Ну, вот это вот жесть, белые грибы со сметаной, вкус бекона, вкус сыра. Ну и самые ништяковые, вот они, пришли. Серии Strong, серии Max. То есть серия Strong у нас чипсы к пиву, холодец с хреном. Это тоже новинка, у нас таких нету. Вот, то есть Lay's холодец с хреном, это будет обзор, ребятки, и это будет круто. Я люблю холодец с хреном, на самом деле. Вот то, что мне понравилось очень круто, это чипсы Strong Lay's, вот, королевская креветка. Офигенно, сейчас классная тема.
Вот, ну, баварские колбаски, а они здесь называются охотничьи колбаски, прошу прощения. У нас это тоже есть, но тоже нам тема. Вот, мясо на углях, вот серия Макс, отличная тема. Вот, ну и вот это то, что у нас вот эти два вкуса есть, это мои любимые номер один. Крылышки барбекю и сыр и лук, тоже серия Макс, тоже все, как бы, вкусно и хорошо. И то, чего у нас еще не продается, последняя пачка из того, что приехала, это пицца 4 сыра серии Макс. Обзор тоже уже есть на канале. В прошлый раз, в прошлой посылке этот вкус приезжал. В принципе, с удовольствием их скушаю, наверное. Ну, то есть, ребятки, чипсов реально приехала целая пачка. Целые, ой-ой-ой, сколько снимать, не переснимать. Есть, не переесть. Вот, помимо этого, я еще попросил доширак. Многие зрители просят, чтобы я снял обзор на Мивину. Там новые два вкуса вышли. Я утку купил, да, со вкусом утки, качки. Вот, а креветку что-то мне не попадается. Вот, ну, не знаю. Ну, в общем, я все равно думаю, я сделаю обзор на Мивину. Но я думаю, раз буду Мивину обозревать, то хочу сделать обзор на доширак. В Украине суп или как он там, лапша доширак, это не продается. То есть та, которая в корзинах, в судочках, да, ну, то есть в посудинах этих там. Вот, и, в принципе, приехала эта замануха, вот, БПшка, да, как ее называют, быстрого приготовления лапша, вот, и, ну, как бы не буду показывать, вот, на обзорах все увидите, вот так вот, реально целые большие две сумки, и я счастлив, что это все приехало, у меня вот тут все разрывается, хочется это все съесть, но... Это, будем держать себя в руках и по мере возможности снимать видосы. Вот, ну, на этом у меня все. Это вторая посылочка. Ставьте лайки, если вы любите такие видосы. Пишите свои комментарии. Буду рад их почитать и ответить. С вами был Иван Кожи. До новых встреч. Всем пока.